Друзья, день добрый, берег места отдыха. Добрый день, 13:00. Как обстоят дела сейчас у вас? Ну, клёв стал не менее интенсивный. Прошел дождик, прошло зарыбление. Какую роль это сыграло вообще? Я не вижу, что рыба стала клевать лучше. Во всяком случае, я с 6 ловлю, с 6 до, ну, до 12 где-то, может, до полдвенадцатого, она клёво было. Было интереснее, да? Ну, конечно. А сейчас, ну, вот, поклёвка, ну, полчаса, может, 40 минут. С чем связываете или как объясняете это? Ну, карп, он не может же все время есть. Все, теперь надо ждать, когда он начнет кушать. С утра он кушал. Ну, человек может каждый день, еще весь день ходить и есть. Ну, есть такие, конечно, но это уже извращение считают. Ну, да. Так и рыба. Вот она с утра покушала. Теперь, когда она начнет кушать? В 4, в 3. Поклевки есть, но они очень-очень такие вялые. И в час по чайной ложке, да? Ну, конечно, да. Вот я сейчас тут карпа вытащил вот перед вами. Ага. А до этого минут 40 поклевок не было. Так, что на данный момент в улове? Не затруднит, покажете? Белый амурчик. И амурчик хорошенький, да? Да. Что ж, рыбалка продолжается. Время только обед. Хорошего отдыха. Не хвастанешь шеей вам. Спасибо.